Известная русская пословица «Госдом, Бог дом» красноречиво свидетельствует о связи гостеприимства с набожностью и сакральностью. Согласно гримасу, в поговорах и устойчивых метафорах синтетизирован исторический опыт и картина мира того или иного народа. Они, собственно, и служат для трансляции исторического опыта из поколения в поколение. Не случайно выражение «хлеб да соль» использовалось и буквально, то есть минимум пищи, который могли предложить страннику даже бедные люди, и как защитная заклинательная формула. Оба эти символа являются также знаками дружбы, плодородия и богатства. Соль отгоняет бесов, уничтожает наговоры и сглаз, а хлеб – это символ изобилия и материального благополучия с одной стороны, и символ связи со Всевышним с другой. Хлеб клали в красный угол рядом с иконами. В соответствии с филологической моделью гримаса, я хотела бы сосредоточиться на тех мифологемах, символах, поговорах гостеприимства, которые использует в своих произведениях Николай Васильевич Гоголь. Действительно, обилие гастрономических метафор и ситуаций, связанных с приемом гостей, тесто Гоголя бросается в глаза. Можно даже допустить, что гурманские наклонности писателя явно входили в противовес его аскетическим идеалам. Если анализировать функциональную роль интересующих нас метафор и лексем, относящихся к тематическим полям еда, застолье и гостеприимство, то на первом плане кажется значение кулинарных образов, метафора приготовления, приема и переваривания пищи для характеристики персонажей и их социального хабитуса. Афоризм «человек есть то, что он есть» в данном случае окажется применимым буквально. Так герой вечеров и Миргорода поглощают огромное количество пищи в домах, в трактирах, на ярмарках, на покоронах и свадьбах, во время праздников и в будни. Все элементы ритуала гостеприимства находят тут свое отражение. Встреча и ухаживание за гостем, одаривание и принуждение к приему пищи и многодальцев. Вполне очевидно, что описание цен обжорства и насыщения званых обедов и дружеских застолий связано у Гоголя с фольклорными традициями. В вечерах мотив гостевания становится даже организующим гастрономическим сюжетным мотивом. Так в зачине первого тома пасечник Панко приглашает читателей к себе, обещая им не рассказы, а необыкновенные лакомства. Я не буду все читать, все цитаты привести, потому что вообще вы все знаете наизусть. Но здесь приезжайте поскорее, а накормим вам так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному. Извините, но Татьяна Владимировна не работал в принтере, поэтому я здесь не найду ничего. Изобильное потребление, впрочем, не означает всеядности. Как мы видим, персонажи вечеров крайне внимательны в считывании своего рода кулинарного дресс-кода. Отказ от совместного принятия пищи, нарушение старинных рецептов приготовления еды, предпочтение заморской пищи – все это помогает отличить своих от чужих. Например, предисловие ко второму тому «Вечеров» Панко объясняет, почему из числа собравшихся не появится больше
пороховой по Нич из Полтавы. Причиной был спор о том, как солить яблоки, яблоки. Цитата. Старуха моя начала было говорить, что нужно наперед хорошенько вымыть яблоки, потом нам помочить квасу, а потом уже ничего из этого не будет. Прежде всего нужно пересыпать канувером, а потом уже, конец цитаты, обидевшись, Панич, цитирую, плюнул на пол, взял шапку и вышел. Не нужно нам таких гостей, так говорит Панко. Кулинарный консерватизм демонстрирует, чтобы иносказательно вести диспозицию сельское и городское, старинное и нововведенное и так далее. И если эпизод с Паничем можно воспринимать как комический, то в страшной месте наблюдение за гастрономическим поведением гостя позволяет четко определить его как чужого и враждебного. Так Данило догадывается, что отец Катерины – это страшный колдун-душегуб, поскольку последний, цитата, «не хотел пить мед и горелку тоже не пьет, ему не нравятся ни галушки, ни свинины. Только турки и жиды не едят свиницы», говорит Данила. «Тот, кто полностью меняет режим питания, забывает про родину и теряет мистическую связь с национальным телом. Так мертвая душа», цитирую. Выдумали это, говорит Собакевич. Выдумали диету, лечить голодом, что у них немецкая жидкостная натура. Так они воображают, что с русским желудком сладят, конец цитаты. Однако выбор еды может быть не только причиной раздора, но и обрядом, позволяющим установить нарушенную гармонию и разрешить конфликт. Так жена Панко раздражает потенциальную конфликтную коммуникативную ситуацию, вовремя поставив на пол горячим книжем с маслом. Однако и в этих рассказах присутствие мотив еды как искушение. В ночи перед Рождеством показана амбивалентность обряда колядования. Отец Осип запретил было колядовать по утрам, говоря, что будто сим народ угощает сатане. Причиной запрета послужило то, что колядующий, наряду с церковно дозволенный в пост пищи, кидали мешок колбасу, а жареная еда ассоциировалась с адским котлами. Примечательно, что семиотизированным, аксиологически маркированным оказывается и процесс совместного поедания и практики воздержания от пищи и нарушения табу в поздние дни. Сорочинские ярмарки тема «Еда» проявляется имплицитно в составе фразеологизмов и посредством метафор. «Молоко еще на губах не обсохло» или «Жид давал бабе киселя». К числу устойчивых гастрономических метафор можно отнести ассоциативную цепочку «Женщина, сладкая пища, наслаждение от вкуса». В сорочинской ярмарке она представлена в двусмысленном диалоге между Поповичем и Кавронией Никифоровной. Цитирую, мужчина допрашивается на сладности приношения, буквально дары для церкви, а красавица, делая вид, что не понимает сексуального намека, отвечает. Цитата. «Вот вам и приношение, Афанасий Иванович», проговорила она, ставя на стол миски и жеманно настегивая свою, будто нерожную, расстегнувшуюся кофту. «Вареники, галушечки, пшеничные, пампужечки, товченнички», конец цитата.
Таким образом, зрелище полуобнаженной женской груди метафорически приравнивается к созерцанию аппетитных мучных блюд. Цитирую. «Однако же, Каврольга Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушания послаще всех пампушечек и галушечек». Конец цитаты. С кожей спалацированием сравнения позже встречаются у Гоголя во много произведениях. «Женщина, как рафинат» в «Женитьбе», «Сахарные губки» в «Записка сумасшедшего», «Лакомый кусочек» и «Клубничка» в «Мертвых душах». Вот. Я знала, что это будет случиться. Вот. По сравнению с гостеприимным, плодородным и изобильным миром Диканги, пространство Мирграда крайне разгорожено. А Пулькере Иванове и Афанасии Ивановиче из старосветских помещиков говорится, что они живут для гостей и потому могут служить идеальным прототипом для изображения античной пасторали о Филимоне и Бавкиде. Однако, в действительности, их идиллическое существование и радушие крестьян – это фантом. Как показал Поджоли, этот текст в жанровом отношении – антиидиллия. Непрерывное поглощение пищи тут происходит не от избытка жизненных сил и аппетита, а по привычке. По сравнению с затронутым высшим произведением Гоголя, герои и его петербургских повестей крайне редко ходят в гости, к тому же скудно едят. Еда здесь явно теряет свою живописную и аппетитную привлекательность. Еда, как установится, абстрактной метафорой. Как у майора Ковалева вместо носа, цитирую, «место совершенно гладкое, как будто только что выпеченным блин, а цирюльник накотит нос горячим крепьем». Башмачки, приходя домой, чтобы вернуться побыстрее к любимому занятию, вроде переписывания бумаги, лишь, цитирую, «хлебал на скоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая и вкуса». Для покупки шинели, цитирую, он приучился голодать по вечерам, но зато он питался духовно, нося в мыслях свою вечную идею будущей шинели. Забега сумасшедшего о еде говорит только собачка Мэджи, которая не видит, цитата, «удовольствия в больших обглоданных костях», а предпочитает не скатанные из хлеба шарики, а изысканные кости из дичи, когда еще никто не высосал из них мозга. Между тем, мертвых душах, особенности приема Чичикова и цели его почивания, становится главным средством показа внутреннего мира персонажей. Так в доме Манилова едва как бы заменена, еда как бы заменена словом, беседует. То есть, сомнительного качества духовной пищи. Извините, но я должна... В ответ на извинение Манилова. За слишком простой обед, прилагаемый все-таки от чистого сердца, Чичиков отвечает, что приятный разговор лучше всякого блюда. Конец цитаты. При визитах к другим героям Чичиков также следует этосу учтивого гостя,
и по особенностям приема, то есть выставленным на стол еды, быстро понимает, как ему следует себя вести, чтобы добиться расположения хозяев. Угощая покупателя Чиков-Чикова, бережливая коробочка почтует его явствами деревенской кухни. Цитата. «На столе не без чего не было. Коробочка надеялась, что он купит у нее в придачу и мед, и пленку, и птичьи перья. Гостеприимность у нее внешне сокращает верность этикету, но мотивирована и кубежескими соображениями. У Ноздрева роль еды сводится к закуске. Кое-что, цитирую, кое-что пригорело, кое-что совсем не сварилось». Конец цитаты. «Главным были Мадера и царская водка. Гурман и чревоугодных Собакевич описан как патриот в еде. Способность его к поглощению пищи представлена как черта поистине эпическая. Его полной противоположностью оказывается Плюшкин, которого несчастная страсть к приобретательству привела к тому, что он перестал отличать полезные вещи от ненужного хлама. Он оставляет нить, зерно и хлеб, но стрясется над кусочком сукаря. Сукарь он и предлагает Чичикову в качестве угощения. Символично, что этот сукарь – остаток того курича, что привозила ему дочь накануне Пасхи. Засохший курич, как и сад Плюшкина, знак его возможности на воскресенье. Плюшкин – единственный из помещиков, который не ест, но которого едят. Съедают его собственные пороки». Цитата. «Одинокая жизнь дала сытному пищу скупости, которая, как известно, имеет больший голод, и чем более пожирает, тем становится ненасытнее». Гостевые гастрономические метафоры, помимо их роли в характеристике героя, важны для Гоголя тем, что позволяют развертывать смысловое и символическое пространство повествования. Они задают осевые оппозиции драматических конфликтов, языческие, крестьянские, скоромные, постные, русские, иностранные, губанские, полезно-питательные. И тем самым размечают вектора сюжетных событий. В целом можно отметить, что с годами диапазон действия гастрономических метафор Гоголя разрастался. В выбранных местах мы не встретим сравнений вроде тех, что автор делает в «Мертвых душах». Например, сравнение овала лица молоденькой девушки со свежеснесенным лицом. От поэтики еды происходит переход к метафизике пищи. Способности поглощаемого производить оздоровительный и спасительный эффект на душу поглощающего. В переписке с друзьями Гоголь все чаще использует не фольклорно-разговорную, а библейскую лексику. Он все строже соблюдает пост, распространяя церковные запреты на сферу материально-телесного и на область духовно-психического. Из акта радостного наслаждения бытием прием пищи становится мистерия причащения к Богу и тому свету. Только невкусно и поправленно приготовленная еда в этом случае уже не воспринимается как своего рода спиритуальная лестница. На полях Библии Гоголь мистик делит по меду. Пища не приближается нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Однако для совместной трапезы он делает исключение. Так в письме 22-й совместный прием пищи помещика с крепостным подается как акт смирения, восстанавливающий порядок христианской коммунитас
первоапостольской эпохи. Это сходство закреплено в том случае, если неторопливое проглашение пищи сопровождается, как в монастыре, синхронным чтением Священного Писания. Цитата. «Заведи, чтобы священник обедал с тобой каждый день, всякий день, читай с ним вместе духовные книги. Тебя же, что чтение теперь занимает и питает более всего». Заключение доклада. Эта цитата вновь заставляет меня вспомнить подход Гребанса к исследованию феномена угощения и еды вообще, для которого совместное застолье с гостем является наглядным выражением медиации, которая интегрирует в сфере сакрального и профанного, но и дружественного, и враждебного. Не случайно и то, что Бенвенист, словарь индоевропейских социальных терминов, напоминал, что в латине слово «гостеприимство» и «враждебность» имеют общий корень – «hostis» – «чужеземец враг» и «hospes» – «чужеземец гость». А слово «hostia» – «жертвенное животное» в крестьянском культе стало означать и дары, приносимые к алтарю, и освященный хлеб при причастии. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вот у меня, если позволите, два вопроса. Вопрос первый – это скорее некоторые сомнения. Возможно, я просто не находила источников. Вот мы знаем о Державине, что он был гурман и хлебосол. Тоже мы знаем о Фанвизине. Тоже мы знаем о Карамзине. Тоже мы знаем о Крылове, но нигде в текстах так или иначе повествующих о Гоголе мы не находим упоминаний о том, что он обладал какими-то особыми гастрономическими пристрастиями. А у нас здесь девочки. И вот создается ощущение, а вот вот даже макароны очень любили, что-то даже приготовили здесь. Ну, вообще я читала везде, а сейчас не знаю. А можно бы назвать вот конкретно какие-то источники воспоминания? Потому я ну, даже, ну, даже у Мана есть. Я имею в виду современников. Манна. А, Юрия Манна, но я все равно имею в виду гоголевских современников. В первую очередь, вот те воспоминания, из которых мы, допустим, знаем, как там везде написано. Создается впечатление, будто уже в вечерах, а тем более в Миргороде, еда у Гоголя не столько поглощается, как гастрономический акт, сколько созерцается. Но не в том смысле, как она созерцается у Державина, как картина абсолютной гастрономической гармонии. Вот он миротворный, явленный в его райской красоте. Но созерцается, как некоторые воспоминания. Это взгляд, обращенный назад. Вот, то есть он не столько, ее не столько ест, сколько ее... Сколько она для него служит средством вспоминания того, что он оставил. Я так интерпретирую, но вообще я должна сказать, что не только у нас вообще все смотрят с этой точки зрения. Я не знаю, старосветские помещики, это тоже вот, принято все как привычка. Спасибо за ваш доклад. У меня скорее не вопрос, а маленький комментарий. Мне вот очень понравился ваш пример из «Мертвых душ» о Плюшкине, и мне показалось, что это достаточно близко к позиции вот, гримасы и фотония в семиотике страстей, в двух главах, в частности, глава, посвященная скупости, где страсть представляется как нечто, что пожирает своего хозяина, то есть человек становится пищей для своих страстей. Я думаю, вот и тема гостеприимства, и тема пищи, она и потом во многих можно и ожесть, еще да, заниматься. Да. И вот также в главе, я помню о ревности, они цитируют Шекспира, авторы, эту цитату «О чудище с зелеными глазами». Да. Вот, и тоже это видится как нечто, что вот, делает человека пищей вот, для этой интенсивности. Да. Спасибо. Я боюсь, что
этот самый жид давал бабе киселя, к еде не имеет отношения. Давать киселя — это значит шлепать по ягодицам. А, да?